Всем привет! С вами рубрика 100 флипов, и сегодня мы тестируем легендарные тапки ES Axel OG. Тапки, придуманные в 90-х годах и перевыпущенные в 2020-м. Легендарная модель с невероятной прошивкой тройной, швов двойной на подошве. Сегодня я буду тестировать и делать 100 флипов и показывать вам, как ведет себя мысок. Каждые 25 флипов мы будем показывать вам, что с ними происходит. Axel OG. Ну что, ребята, давайте затестим их. Как домой вошел. Ае. Ну что, начнем, ребята. Ну что могу сказать, на первых флипах я не прищелкивался, поэтому выводил этим местом, шнурок быстро порвался. Оулинг пэд вообще в идеальном состоянии. Так что спокойно можем продолжать.
десятки клипов сделано. Ну что, в принципе, я хочу сказать, идеально себя показываю. Очень прочные лучи. Единственное, что шнурок подразлетелся. Но это ничего. Склеить можно. Ну что, ребята, 50 кикфлипов. На следующее приседалово. На 75. Ае, топим далее. Давайте-ка мы посмотрим. Ну что, в принципе, я считаю, это достаточно идеальное поведение на тапок. 75 сделанных флипов, плюс еще попытки, штук 10 не сделанных, может и больше. В общем, подходим к 100, нос себя ведет идеально. В принципе, вот шнурки держатся. Шнурок я порвал на самых первых флипах, потому что еще не прищелкал тапки. Ну что, друзья, достаточно перфект. Продолжаем наше путешествие. We'll be right back.
Совет сразу для райдеров. Покупаете тапки, сразу проклеиваете шнурки. Шнурки — это первое, что порвалось. Если на них по капельке клея, они засейвятся. Здесь все идеально. Как бы 100 флипов, 120 попыток. Тапки пушка. Пацаны, не зря это легендарные есть аксели OG. Я одобряю. Топули, пацаны. Да пули, пацаны, просто пули. Пауз. Ну что, с вами был Саня АК Роджерс. До новых встреч, пацаны, на спотах. Всем респект.